Молодец, я тебя даже похлопаю. Всем привет, меня зовут Николай Попов, я гитарист группы The Light 3, а также играю на гитаре 22 года. И после этого вступления будет невероятная реакция, в которой позвонил подписчик. Так что смотрим от начала и до конца. А после нее будут не менее крутые реакции и красивые девушки. Подписывайся на канал, ставь лайк, а также подписывайся на мою группу ВКонтакте, Телеграм-канал и Бусти. How are you? Привет. Сыграй что-нибудь прикольное. Вот, я как раз выбрал иностранцу. Да, вот у меня в стриме все хотят иностранцев почему-то. Because вот, а тут... they probably want to hear different language. Somebody speaking some other language. Нет, ну ты же хотят по-русски разговариваешь. Да, они хотят, да. Да. Мы... тут мне попадаются одни русские, видишь, одни русские. Ну, я 25 лет в Америке, поэтому если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Да, у меня ученики есть из Америки просто. Я уже наобщался, типа, на эту тему знаю. Ага. Вот. А, то есть вы музыку преподаете через... Да, я преподаю гитару, да. У меня несколько учеников, да, есть из Америки. Вот. Ну, можете порадовать чем-нибудь моих подписчиков тоже, сыграть чем-нибудь? Да. Трек из GTA San Andreas. Что-то знакомое, да. Сыграйте, о, да, что-то вам хочется, да. Очень круто, очень круто. Обязательно войдет в мою нарезку. Сможете себя увидеть вот здесь. А как канал называется у вас? Дед Танкист и Добрыня Никитич. Если есть телега, можете меня добавить там. И если что, могу канал через телегу потом скинуть, если в итоге не найдете. Так, как запасной, ну, вариант. Это телеграм-канал, да? Ой, это что? Это номер, да, телефона? Это мой номер, да. Один – это код, а все остальное – это сам номер телефона. Поэтому плюс 1-267-20... И а, в телеге... ну, просто это, у меня сейчас зрители смотрят, сейчас смотрю номер. А, я понял. Ну, пускай звонят. Это им очень дорого будет стоить. Поэтому лучше не надо, ребят, лучше не надо. Номер необычный. Это американский номер, да, такой? Да, да, вот 267 это отображает штат. Это код штата, например. О, мне уже кто-то наяривает, короче. А, кто-то пишет, что... Мне уже кто-то звонит, понял, смотри, Россия написана. Ну-ка, погоди, отвечу. А, так, алло, вы в прямом эфире. Здравствуйте, Роман, меня зовут. А вас как? Здравствуйте, я от Николая Попова. А, вы от Николая Попова? Николай, смотрите, в прямом режиме ваш подписчик прямо вам передает привет. Представьтесь, пожалуйста. Константин. Вам тоже заходит музыка Николая очень клёвая, да? Скажите, клёвый, толковый парень, да? Да, вообще замечательно. Ну вот, музыка. Да, да, да. Я вот тоже, я вот по своим местным пабликам тоже распространю музыку этого человека талантливого. Поэтому да. Продолжайте слушать, делитесь с друзьями. Добра вам и счастья. Всего хорошего. Вам слишком дорого будет стоить этот звонок, поэтому я буду отключаться. Просто ваши родители вас потом нахлобучат хорошо, я думаю. Поэтому я отключаюсь. Добра вам. Удачи. Спасибо большое. Нормально, да, так? Он прям позвонил, что ли, или в телеграм-канал? Он позвонил мне на мобил. Просто на мобильный телефон мне набрал. Это жесть! Такого у меня еще не было в прямом эфире, получить звонок от какого-то парня молодого с России и вот так вот сказать, какая клевая у вас музыка и так далее. Это круто. Да, тут не наяривают, короче, уже. Да. Какой-то Кёрт мне пишет. Скажи, пожалуйста, чтобы лезгинку сыграл. Кёрт заказал лезгинку у тебя. А Кёрт, это кто или такой? Это твои? Это ребятки, один, да, из твоих... Нет, это твои. Это все твои ребятки, да. Это все твои ребятки. Take Me to Church называется, которая... О, очень популярная.
Мне нравится очень твой стиль, как ты вот так вот прям интервалами, вот так вот, знаешь, не торопясь, спокойно, вот прям вот очень клево. Мне нравится, спасибо. Очень шикарно. Кстати, для тех, кто не знает, я являюсь гитаристом и соавтором песен группы The Light 3. И у нас на канале вышла студийная версия песни Killfish. Так что попрошу вас перейти по ссылке в описании, послушать песню и написать любой комментарий. А можете сыграть песню, которую мы попросим? Давайте, какую песню вы хотите? Сейчас посмотрим. А знаете, Linkin Park Numb? Linkin Park Numb. Сейчас я вам его сыграю. А вы песню знаете? Linkin Park Numb? Да. Конечно, знаю, да. Сейчас сыграю. Вот. А можно я на видео сниму? Конечно, да. Спасибо большое. Играть уже? Да. Ну как вам? На все прям классно, спасибо большое. Вот. Конечно, я могу ее лучше сыграть, я просто сейчас ее вот нашел на телефоне и просто прочитал ее по нотам. Вот, о, здорово еще... вообще. Если пару раз потренироваться, так еще раз, где-то раза с третьего, с четвертого я сыграю намного лучше. Вот. Нет, вообще очень круто прям, реально. Привет. Здорово. Привет, давайте песню сыграю. Ладно, сейчас я радио выключу, секунду. Давай. Я весь во внимании. Роберт Майлз, ты чё? Вау. Я ничего не хочу сказать. Просто ничего. Это просто охуенно. Это моя самая любимая песня у Роберта Майлса. Как ты, блядь, угадал, я не представляю. Это охуенно. Не знаю, просто я перестроил гитару под нее сейчас. Я приготовился ее играть просто сейчас. Я эту песню впервые услышал в детстве. Я не мог долго ее найти. Я там и бать ее напевал, и все. Потом узнал, кто это по радио, когда переделанную. И вот это моя любимая песня стала. Ты просто вообще ох... Я кайфанул. Понял.
Спасибо тебе большое. Хорошо. Все. Давай. Всего доброго. Ты реально лучший, спасибо. Давай. Я пойду обычную сигу покурю после такого. Давай. Саня, ты ювелир. Давай. Привет, да. Да, привет. Да. Да. Песня называется «Ксюша не дает». Давай сыграю. «Ксюша не дает»? А кто дает? А, ну ладно, давай. Ну, песня так называется. «Ксюша не дает», играй. Да. Как тебе? Отлично. Я, правда, ожидала, что там будут слова. Нет, там есть слова, но я тебе сыграл версию без слов. Сколько тебе лет? 42. Видишь, 42. Я тебя помолодела, видишь, ты хорошо сохранился. Чем пользуешься? Спасибо. На гитаре играю. А помимо, может, что-то особенное, что тебя отличает, что ты так хорошо сохранился? Это медлячок, типа, да? Да. 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 Что делаешь? Музыку слушаю. Какую музыку? Которую я тебе играю на гитаре? Буду играть. Давай. ДДТ. Сможешь? ДДТ? ДДТ. Не, давайте другую песню сыграю. Сначала было что-то знакомое, а потом... Ну, там и концовка тоже, я должен был вот это сыграть, и не стал играть. Вот это знакомо, да? Это все одна и та же песня была. Это Sting, Shape of My Heart называется. Мне понравилась эта уточка. Чем ты сейчас занимаешься? Чем я сейчас занимаюсь? Я занимаюсь игрой на гитаре. А ты сейчас в Украине или ты в России? Я что-то не понял. На данный момент в России. А, ты переехала из Украины, правильно? Ну, ненадолго, да. Пока боевые действия. Понял. А в каком ты городе сейчас? Не скажу, в каком городе. Воронежская область. Я хочу тебе сыграть песню. Знакомая? А? Знакомая песня? Ну, не очень. Но прикольная. Не Спасибо. Очень понял.
Не, ну ты зверь, а. Это упражнение такое. Не, я так даже на баяне не могу. Ты зверюга. Красавец, вообще молодец. Вот так держать. Молодец. Молодой пацан, да? Ну так, средний. Ну, я тоже такой же средний. Не, а я молодой. Мне пофигу, я молодой. Понял. Наверное, стример 100к подписчиков смотрят, как он спит. Зато фальши не услышит. Так, во времена. Проснулся. Так, что там? Зрители не ушли? Играю на гитаре, как тебе? Прикольно. Это как называется? Это называется полет шмеля. Как? Это называется полет шмеля. Полет шмеля? Да. А еще что можете? А испанский бой сможете сыграть? Испанский бой? Ну, могу такое что-нибудь сыграть, вот. Что-то наподобие испанского там. Серьезно? Вообще четко. Я просто не знал, что на гитаре можно такие вещи исполнять. Ветер мой колпак, я носил любви, но еще все не так. Мне ж телефон охерел. Да блин! Мне просто зарядка устрела. Знаешь,
Я ее так, ну, сейчас ее подбираю. Вот, давай. Только я только вступление. Да, это у меня аж слюни потекли немножко. Такие более-менее этих шаришек. А, ну давай сейчас еще сюда. Меня зовут Николай. Николай. Хоть... А я Николаевич. Хоть один на. Да, я тоже, кстати, Николаевич, кстати. Я Николаевич. А я тоже Николаевич. У меня кум, он меня только по имени и отчеству называет. Вот просто все. И его, и у нее дочка 5 лет, и тоже на меня Николаевич, Николаевич. Да, она не называет меня там дядя Максим, меня Максимом зовут. Если понравилось видео, то поставь лайк, подпишись на канал, отправь это видео друзьям, а также подписывайся на мои другие соцсети, ссылки в описании. Также можешь меня поддержать, ссылка на донат в описании.